Здравствуйте. Меня зовут Сикорская Ольга. Контекстной рекламой я занимаюсь около 5 лет. На тренинг директологов я пошла по 2 причинам. Первая, потому что считаю, что необходимо периодически перенимать положительный опыт у своих более успешных коллег. И второе, плавно вытекающее из первого, я считаю, что Константин Горбунов – это один из лучших специалистов в интернет-рекламе на территории СНГ. То, что тренинг директологов оправдал мои затраты, я поняла еще на этапе разбора лендингов и сайтов. Почему? Потому что Константин Горбунов дает четкий алгоритм анализа сайта. Дает понимание, какие блоки на сайте будут работать, какие не будут работать, какие блоки будут давать конверсию, какие не будут. Это очень удобно при работе с клиентом, потому что уже на начальном этапе настройки можно предложить клиенту доработать сайт таким образом, чтобы конверсия его была выше. То есть не ждать определенный тестовый период и давать ему рекомендации на основе метрики и аналитики, а уже на начальном этапе какие-то очевидные грехи сайта или лендинга исправить. Это экономит бюджет и время для клиента и, соответственно, повышает доверие клиента ко мне, как специалисту. Помимо этого, что было мне полезно? Были очень полезны уроки по работе с директ-командером и AdWords-эдитором. Почему? Потому что до этого изначально директ-командером я не пользовалась. Делала все в Excel и загружала компании через браузер. Когда заканчивались баллы API, загружала их через директ-командер. То есть для меня директ-командер была программка для загрузки компании на сервер. Сейчас я в директ-командере делаю буквально все. Это существенно экономит время, время настройки компании, и при этом никоим образом не влияет на качество. То есть хорошее качество настройки также сохраняется. Что касается AdWords Editor, то у меня был отрицательный опыт настройки через него, когда я только начинала заниматься контекстной рекламой. После этого я им не пользовалась, и только вот после занятий с Константином Горбуновым я поняла, что его использовать стоит, и это достаточно эффективно. Как показала практика, это так и есть. Что касается кей-коллектора, то он тоже заиграл для меня новыми красками, когда я начала там использовать списки минус-слов. То есть благодаря всему тому, что я рассказала выше, в целом вся настройка контекстной рекламы и в Яндекс.Директе, и в Google AdWords стала гораздо быстрее по срокам. То есть если раньше где-то на 5000 слов мне требовалось неделю, сейчас мне на тот же самый объем настройки требуется 3 дня. Тем самым я могу брать больше клиентов, и клиент тоже доволен, потому что настройка производится гораздо быстрее. При этом качество, как я уже говорила, не страдает. Как изменилась моя жизнь после тренинга директологов? То есть, как я уже говорила выше, сократилось существенное время настройки контекстной рекламы. Плюс, помимо этого, я увеличила цены на свои услуги. То есть, если раньше у меня были сомнения, стоит ли это делать, то после тренинга эти сомнения развеялись. Третье – это то, что я изменила форму общения с клиентом. Этому тоже учит Константин. И это очень круто. Это очень полезно для директологов, особенно для таких замороченных на качестве, на продажах, заботящихся о собственных клиентах, как о себе, как я. Еще хотела бы отметить очень важный плюс этого тренинга – это подача. То есть вообще не скучно. Даже если тренинг длится 6-7 часов, несмотря на разницу во времени, спать вообще не хочется. То есть все интересно, все важно, все нужно, мозги работают, потому что все четко и все по делу. И это важный плюс, если вы выбираете между несколькими вариантами курсов. Кому следует идти на тренинг директологов? Конечно, новичкам. Почему? Потому что
Тренинг построен таким образом, что все дается поэтапно, все разжевывается, показывается на реальных примерах. То есть вам нужно приложить минимальные усилия, чтобы понять и переварить информацию. Второе. На тренинг диетологов стоит ходить и профессионалам. Почему? Потому что у Константина, как и у любого специалиста, есть свои фишки. Но так как он профессионал с большим опытом, фишек у него этих много. Поэтому вы всегда найдете для себя что-то новое, что стоит перенять, использовать в своей работе. И помимо этого, вы попадете в крутую тусовку, таких же, как вы, специалистов. Может быть, даже круче, которые вам всегда помогут. То есть, помимо того, что они профи, это еще безумно отзывчивые люди. И если у них была какая-то проблема, похожая на вашу, вам всегда помогут. А в 90% случаев, если у вас есть проблема, то она уже у кого-то обязательно была. Вот. В итоге, в конце, хотелось бы выразить огромную благодарность Константину, Михаилу и вообще в целом всем тем, кто проходил со мной этот тренинг. А Константину за море полезной информации, за классную подачу, за то, что благодаря ему доходы мои выросли. Михаил за то, что нянчился с нами, помогал нам в оформлении домашних заданий, отвечал на наши неглупые вопросы. А тем, кто проходил со мной тренинг, спасибо за то, что мы проводили это время вместе, потратили его с пользой, и за то, что за ваши вопросы, потому что некоторые моменты кажутся очевидными, или что они должны работать именно так, а не иначе, а благодаря вашим вопросам и замечаниям какие-то моменты открывались с новой стороны. Спасибо вам за это тоже большое. И до свидания.